Продюсер Яна Рудковская дала интервью, в котором сказала, что у вас был тайный роман, и вы хотели на ней жениться. У меня только один вопрос. Вы видели когда-нибудь эту женщину или нет? Пожалуйста. I think I remember her. Я думаю, я ее помню где-то, как-то. But you know, you have many beautiful. Но вы знаете, очень много в России красивых девушек. Я понял. Ну, это мало кто знает. Действительно, за мной ухаживал какое-то время там. По-моему, это был 2008 год. А, у нас было расставание с Евгением, вот как раз это было по его вот инициативе. Да, и за мной ухаживал Филипп Лейн, он прилетал в Москву ко мне, и я к нему летала в Швейцарию, и в Лондон летала. И мы с ним общались, и он ухаживал за мной, я с его родителями.